уральского поэта Степана Щипачева 22 июня 41 года. «Казалось, было холодно цветам, и от росы они слегка поблекли. Зарю, что шла по травам и кустам, обшарили немецкие бинокли. Цветок в росинках весь к цветку приник, и пограничник протянул к ним руки. А немцы, кончив кофе пить, в тот миг влезали в танки, закрывали люки. Такое все дышало тишиной, что вся земля еще спала, казалось. Кто знал, что между миром и войной каких-то 5 минут осталось. Я о другом не пел бы ни о чем, и славил бы всю жизнь свою дорогу, когда б армейским скромным трубачом я эти 5 минут трубил тревогу».